Какие сезонные товары стоит начать продавать прямо сейчас для того, чтобы заработать к летнему сезону? И помимо этого, что нужно знать о сезонных товарах, как правильно их подбирать, какие категории смотреть и как не потерять свои деньги? Об этом всем я расскажу сегодня на примере Озон, дам тебе список товаров, дам тебе список категорий и расскажу иногда не совсем очевидные вещи, которые касаются сезонки, и ты мог их не знать. Меня зовут Рома Райт, на этом канале я рассказываю про маркетплейсы, поехали! И тут я думаю, что не надо никому объяснять, что есть товары, которые продаются лучше всего летом, зимой, весной и даже осенью. То есть на каждый из времен года можно найти свой сезонный товар. Так, например, осенью все продают плащевики, зимой елочные игрушки, а весной и летом сейчас мы как раз таки это все и узнаем. Но есть очень много заблуждений, связанных с сезонными товарами, на которые я хочу ответить и развеять их у многих перед тем, как мы начнем. То, что вообще-то многие люди думают, что сезонные товары это прям вот то, что вот заработает много денег, и если продавать гирлянды к зиме, то тогда ты точно обогатишься. Я уже делал видео про то, что продавать гирлянды к зиме – это не лучшая идея. Ты можешь его посмотреть вот здесь, вот оно доступно, и там мы показывали о том, что почти у половины продавцов остаются тысячные остатки на складах до следующего года, и они просто замораживают свои деньги. А тех, кто заказал мало, там условно партию из 500 единиц, ну и что, они один раз их продали, и потом уже как будто бы и смысла нету. При том, что конкуренция больше, демпинг больше, заработать с одной единицы можно меньше денег. Касаемо сезонов весна и лето, там все немного не так, потому что, понятное дело, условно какой-нибудь велосипед, конечно же, будут покупать больше всего летом, но при этом это не значит, что его не купят осенью или даже зимой в подарок ребенку на Новый год, например. То есть эти товары, которые мы будем сегодня смотреть, эти категории, они круглогодичны, но у части из них есть ярко выраженный спрос, начиная к лету, и на них мы будем обращать внимание, но также и покажем тебе те категории, которые, я уверен, многие из вас думают, что они капец какие сезонные, то, что вот туда-то нужно сейчас залезть для того, чтобы заработать, и все будет классно. Но на самом деле это окажется не так. И половина категорий, про которые вы можете думать, что они сезонные, абсолютно не имеют никакой сезонности, особенно весной и летом. А теперь давай переходить к самому главному. Посмотрим, какие категории есть на Озон основные, и будем делать свои вначале предположения о том, что может оказаться сезоном. Для этого я зайду в Sales Finder. Здесь у нас есть именно категории Озона, то есть нажав сюда, мы попадем там в категории 2, 3 уровня и так далее. Но мы возьмем для начала основу. Что больше всего относится к сезонности летом и весной? Понятное дело, это дом и сад, потому что у нас будет дача, это различные детские игрушки, типа водных пистолетов, которые мы, кстати, в этом видео рассматривать не будем, но поверь, там прям очень и очень хорошо по продажам. Помимо этого, у нас также есть категория спорт и отдых, в которой появляется много различных активностей, связанных с тем, что теперь нету снега на улице. И дальше самое интересное у нас находится в хобби и творчество. Ты можешь пока что в комментариях написать, вот какая подкатегория, как ты думаешь, больше всего относится в хобби и творчество к сезонности, а я отвечу на это уже к середине видео. Посмотрим на то, насколько у нас совпадут представления о том, что такое настоящие сезонные товары и фактически сезонные товары. Но перед тем, как мы посмотрим первую категорию, хочу тебе напомнить, что у нас вышел интенсив по инфографике, в котором всего за 4 дня ты сможешь полноценно освоить такие программы, как Figma, Photoshop и сделаешь свои первые карточки. Неважно, продаешь ты на маркетплейсах или просто фрилансер, этот интенсив подойдет для всех. Ведь если ты продаешь на маркетплейсах, то тогда ты сможешь самостоятельно экономить деньги на своих карточках, поймешь, что такое хорошие и плохие карточки, для того, чтобы знать, как найти того самого дизайнера. Ну а если ты начинающий дизайнер, фрилансер или просто хочешь уйти с работы, то это для тебя отличная возможность, потому что каждому, кто проходит наш интенсив, правильно выполняет домашние задания и делает все так, как мы говорим, мы даем абсолютно бесплатную рекламу в нашем чате обучения по Озон. Поэтому ты сможешь быть уверен, что те 5000 рублей, которые ты потратишь на интенсив, ты точно отобьешь. Ведь для того, чтобы отбить вложение в наше обучение, нужно в среднем 2 клиента, которых ты точно найдешь. Поэтому переходи по ссылке в описании и регистрируйся. Начать обучение можно прямо сейчас, а из бонусов получишь доступ в чат дизайнеров инфографики, и также есть тариф с конструктором, который поможет тебе, если ты сам продаешь свои товары, делать карточки гораздо быстрее, самостоятельно и буквально за 5 минут. Поэтому увидимся на обучении, а теперь давай переходить к нашей первой категории. И смотреть мы будем как категории 2 уровня, 3 уровня и даже иногда 1. Мы перейдем сразу к категории 2 уровня в данный момент и посмотрим водный спорт и отдых на воде. Здесь мы увидим самое главное, то что вот она наша выручка. И мы смотрим на данный момент показатели с 01.01.23, то есть за 1 января прошлого года, и до 29.06, то есть до середины лета. Мы видим самое главное, то что еще 2 месяца после января практически не было конкуренции, и товары с продажами они не увеличивались, а вот после чего, и мы видим это в том числе и по среднему чеку, который здесь можно пролистать, начали увеличиваться продажи, начало увеличиваться количество конкурентов, и все это ровно потому, что если ты планируешь продавать
продавать сезонку, то первое, что ты должен знать, то, что не нужно последним в вагон прыгать. Нужно начать это продавать еще в январе, в феврале, ну, в крайнем случае, в марте, потому что именно тогда ты сможешь зайти без конкуренции, набрать себе рейтинг, позицию в поиске, а после чего уже ближе к сезону раскачать свою карточку так, что тебе будет легко конкурировать. В категории водного спорта есть два явно выраженных товара, которые можно было бы начать продавать. Они очень дорогие, поэтому они не под бюджет новичкам, точнее, они не под бюджет у тем новичкам, которые вот пришли с бюджетом, не знаю, там, 100 тысяч рублей. Первое, понятно, это каркасные бассейны, их тут очень много, они стоят по 20 тысяч рублей, и, как мы видим, они вполне себе успешно продаются, ведь есть даже конкурент, который продал на 28 миллионов всего за 7 месяцев, то есть для бассейна это очень и очень круто. Понятно, у него была самая минимальная цена, это то, что мы видим. Здесь, конечно, есть еще меньше, но он по размеру просто не подходит, а вот этот вот такой же по размеру, как, допустим, вот этот за 16 тысяч. Логика очень простая, то есть каркасные бассейны, они очень большие, очень дорогие в закупке, очень дорогие в логистике и так далее, но свои 2-3 тысячи, вероятнее всего, эти продавцы зарабатывают с одной продажи, что уже достаточно неплохо. Дальше, следующий товар, который ты уже мог заметить, потому что я его пролистывал, это сапсерфы. Вот эта категория, она наполнена такими товарами, которые, ну, прям очень огромные, на самом деле, даже не знаю, они в вздутом состоянии или нет. Здесь мы видим следующее, то, что сапсерфы продаются поменьше, но при этом мы снова видим продажи на 8 миллионов, и если будем листать дальше, то увидим по 7 миллионов вполне себе нормальный продаж, то есть в среднем миллион в месяц, если мы будем брать вот прям с января. А самое интересное, что в январе они тоже продаются, и есть конкуренты в январе, кто продает их на 2, на 3 миллиона рублей. То есть, опять же, это не та история, которую покупают только в сезон, и это нужно учитывать. Даже сапсерфы, на мое личное удивление, когда я готовился к видео, покупали в январе на 3 миллиона рублей. Это вот основное, то есть не 2-3 штуки на всю категорию. В этом плане сапсерфы тоже очень крутой товар. У него невероятно большой средний чек, и поэтому тебе будет легко, во-первых, конкурировать, потому что если мы будем здесь смотреть, то практически все доски, они где-то 17-20 тысяч рублей, и это действительно круто. А помимо этого, в самой категории сапсерфов практически нет конкурентов. Там меньше 100 товаров с продажами. Понятное дело, на текущий момент, дальше будет больше, но 100 товаров с продажами на такую категорию, где есть обороты в 3 миллиона, это супер мало, и это хорошо для тех, кто планирует выйти во что-то подобное. А еще хочу сразу уточнить то, что все ссылки на эти категории будут в моем телеграм-канале, поэтому обязательно подписывайся, ссылка будет в описании по подсказке на экране. Там, помимо дополнений к видео, каждый день выходит полезный контент, и как минимум уведомления о новых видео не пропустишь. Все просто, переходишь, подписываешься, дискутируешь с нами о новых видео, так как комментарии в телеграме открыты, и я лично отвечаю на многие из них, поэтому там у нас гораздо дружная тусовка, где ты сможешь задавать свои вопросы. Переходи, подписывайся и давай дальше. А дальше у нас будет категория, про которую все, наверное, подумают чуть ли не сразу. Это категория велоспорта, то есть велосипедов, в которой огромное количество товаров с продажами, но здесь не только велосипеды мы сейчас смотрим. Выручка всей категории второго уровня 1,1 миллиард. И опять же смотрим мы точно такие же, да, 31.12, то есть 31 декабря 2022 года и по 29.06.23. Здесь мы можем сразу зайти в подкатегорию и увидеть то, что у нас тут помимо велосипедов, велоодежда, велозапчасти, покрышки и камеры, вообще все, что связано с подкатегорией велоспорт, относится к сезонным товарам и начинающимся сезоном ближе к лету, но опять же начать можно прямо сейчас. Тут есть все, тормоза, средства для ухода и так далее. Вся эта категория, она выглядит вот ровно вот так вот. То, что если ты заходишь где-то вот здесь, вот на начальном этапе, у тебя чуть меньше конкуренции и уже ближе к сезону у тебя точно так же растут твои продажи. Самое главное, быть готовым к этому сезону, потому что несмотря на то, что продажи есть круглый год, понятное дело, что когда у тебя в один год продаж идет 10x, а в другой 1x, то очень легко переборщить с первой поставкой или со второй или с третьей, не продать этот товар, а по итогу заморозить свои деньги, а заморозить свои деньги на год практически то же самое, что и потерять лично, как по мне, потому что целый год ждать, пока у тебя что-то продастся, это ужасно, и это то, что преследует всех, когда мы говорим о сезонных товарах. Следующая категория второго уровня — это дача и сад. Дача и сад также начинает набирать уже ближе ко второму месяцу года, и к началу лета она доходит до самого пика, потому что здесь мы смотрим до 29 мая наши продажи. Точно так же все остальное, здесь я не буду дальше комментировать эти графики про рост, потому что логика будет везде одна и та же. Здесь мы точно так же можем увидеть, если зайдем в подкатегорию, что практически все эти подкатегории в даче и сад, они относятся именно к лету. За исключением буквально нескольких, типа уборки снега, водоснабжения и дачи, но еще дачные постройки, понятное дело, могут начинать планировать еще с зимы, и это чуть меньше относится к сезонности. Но при этом абсолютно
абсолютно любая категория. Мне даже не нужно здесь показывать тебе какой-то конкретный товар. Ты заходишь в категорию «Дача и сад», и дальше выбираешь понравившуюся тебе подкатегорию, либо же просто смотришь сразу по товарам, которые в основной, и выбираешь все то, что сойдется у тебя по юнит-экономике, все это будет вполне себе с неплохим спросом. Только мой совет, когда ты выбираешь такие товары, очень важно учитывать не те продажи, которые были за 30 дней, а понять, какие продажи были у этого конкурента в прошлом году. Для этого тебе понадобится аналитика, доступ, который у тебя будет хотя бы за год, то есть вот, допустим, как я сейчас смотрю годовалую статистику этих товаров. У разных систем аналитики это по-разному, у Sales Finder подписка стоит достаточно дорого подобная, но она существует. Как по остальным я не знаю, но подозреваю, что такое есть еще где-то, вопрос к правдивости этих данных. Поэтому, когда ты выбираешь любой товар, который связан с сезонкой, твоя задача смотреть не продажи за 30 дней. И их тоже, конечно, но в том числе и продажи, которые были в прошлом сезоне. Вот прям за весь год делаешь график и смотришь, как вообще шли продажи, как набирался рейтинг, что нужно учитывать, вот ты поймешь из этих графиков. И сможешь после этого чуть лучше понимать свой товар, чуть лучше понимать его продажи, сезонность и так далее. А если не сделать этого, можно попасть на интересные вещи. Как я уже говорил, потерять деньги просто от того, что ты не закупишь правильное количество, там больше, меньше и так далее. Либо же просто профукать сезон, вот потому что ты решил, что вот это вот к середине лета будет продаваться, видимо, только, а сезон начинается еще там с середины весны и все остальное. Поэтому статистика за весь период года тебе будет очень важна. Потому что есть еще статистика в Озон Трендах, и ты можешь это знать. Эта статистика дается по Озон Премиум. Я даже здесь показывать это не буду, просто объясню. То, что там, если мы посмотрим, мы увидим то, что есть сезонность у кучи категорий. Но на самом деле та статистика по категориям нам не очень подходит. Потому что так уж вышло, что Озон растет, растет количество покупателей на нем и так далее. А вот статистика по конкретному товару, как правило, показывает более правдивые значения. Именно поэтому нужно пользоваться внешними сервисами аналитики и смотреть вот в таком ключе. Теперь, когда этот короткий спич закончен, давай переходить к следующей категории. Следующая категория – туризм и отдых. И вот это одна из тех категорий, которые к сезонности почти не относятся. Ведь если мы посмотрим, то в целом, ну да, продажи увеличиваются, но это абсолютно незначительно. А вот количество товаров увеличивается кратно, начиная к летнему сезону. Поэтому точно так же здесь мы видим все те же графики, которые мы видели до этого, их нужно учитывать. И если мы будем листать, то мы поймем, почему тут такой сезонности нету. Ведь у нас здесь есть ножи, лопаты и пилы, понятное дело, но фонарики и аксессуары могут покупать и зимой. Точно так же могут и складную мебель зимой покупать, и походную посуду и так далее. То есть здесь, конечно, есть, особенно когда и альпинизм, это не все категории, которые относятся к сезонности, поэтому график не такой явный. Но при этом, если мы зайдем, допустим, в палатки, то увидим следующее. То увидим, что выручка буквально чуть ли не на нуле вот все первые два месяца с начала нового года, но потом они реактивируются и улетают вверх. Поэтому в палатках есть товары, у которых и 9 миллионов за полгода, пожалуйста, держи, и дополнительно там и 7 и так далее. И да, где-то мы увидим Адвентур, что мы не сможем продавать, ну, по понятным причинам. Но также мы можем найти всегда выходы на эти палатки, там, не знаю, в Китае и посмотреть и так далее. Просто нужно относиться с аккуратностью, потому что, например, те товары, которые я сейчас показываю, я бы никогда не продавал, потому что мне просто не нравится идея сезонных товаров. Ведь сезонные товары — это больше рисков, меньше прибыли там в течение всего года и так далее. Поэтому здесь мы тебе показываем то, где ты хотя бы можешь искать. Но не забывай просчитывать свою юнит-экономику, это очень важно. И опять же, если ты не понимаешь пока что, как правильно искать товары, даже когда я тебе показываю вот это, ты не знаешь, как их искать, считать, где взять хорошую юнит-экономику и все остальное, приходи ко мне на интенсив по Озон. Он начнется уже 2 февраля, и там мы вместе с тобой разберем 4 основных темы всего за 2 дня. Первый из них, мы поговорим о распространенных ошибках, связанных с Озон, о том, из-за чего ты можешь потерять деньги, а возможно потерял уже. Во втором уроке я поделюсь с тобой нашей личной таблицей по юнит-экономике для Озон, покажу, как ее правильно просчитывать, и ты сможешь самостоятельно просчитать те товары, которые были в этом видео. А во втором дне интенсива в 2 уроках расскажу, как правильно сейчас продавать на Озон, что изменилось, что будет нового в 2024 году и что произошло уже, и на что тебе нужно обращать внимание, потому что, конечно же, продажи на Озон в 2024 и продажи на Озон в 2023 кардинально отличаются. И вот об этом мы и будем говорить на интенсиве. Его стоимость всего 1500 рублей, при этом стоимость только нашей таблицы по юнит-экономике больше 10. Переходи по ссылке в описании и регистрируйся. Если смотришь после 2 февраля, ничего страшного, интенсив будет в записи, поэтому ты сможешь начать абсолютно в любое время. А я буду ждать тебя в списке участников, он у нас слегка ограничен. А помимо этого, что важно знать, то что я жду там только тех, у кого уже есть свои магазины, потому что мы будем учиться не выбирать товар, а понимать текущую свою ситуацию по тому магазину, который у вас есть. Все, ссылки в описании, переходите, регистрируйтесь, увидимся 2 февраля или в любое время после него.
него. А дальше мы можем переходить к нашей следующей категории, которая, к слову, моя любимая сезонная. Ведь это та категория, в которую я сам хочу войти уже года два. Просто мне не нравится идея быть первым, мне не нравится идея сезонных товаров, поэтому я этого не делаю. Но категория очень крутая, и сейчас объясню почему. Это категория рыбалки. Да, она действительно также здесь не особо подвержена сезонности, мы видим. Товаров вообще не меняется, товаров с продажами, понятное дело, где-то они появляются там по мере сезона, но самое главное, что мы можем здесь увидеть, то что здесь огромное количество товаров, которые подойдут как сезонные. Понятное дело, есть зимняя рыбалка и так далее, но большинство здесь товаров все-таки реактивируется именно начиная с весеннего сезона, прям вот сразу с первым теплом. А второе и самое крутое, то что здесь есть товары, у которых эта сезонность не просто ярко выражена, а невероятно выражена. И, допустим, те же самые аксессуары для рыбалки. Вот такие электронные весы продались на 2 миллиона рублей за полгода, что невероятно, потому что их стоимость 339 рублей на тот момент была. И если мы будем просто листать, то мы увидим, что здесь чуть меньше брендов, чуть больше Китая. То есть ты можешь заказать прям точно такие же товары, основываясь на аналитике прошлого года. И это действительно может тебе помочь для того, чтобы ты чуть с меньшими рисками начал продавать что-то подобное. Поэтому здесь прям можно просчитывать чуть ли не все товары. Да, здесь есть что-то русского производства и так далее, но огромное количество каких-нибудь вот типа зажим рыболовный явно можно купить в Китае, не париться, и много чего еще. Плюс такие товары подойдут новичкам, потому что они дешевые, а дешевые товары — это до сих пор самое то, если у тебя бюджет до 100 тысяч рублей. Потому что несмотря на все их риски, отлеты после каждого повышения зон и так далее, но правда, если у тебя есть всего 50-100 тысяч рублей, то для тебя ROI сильно важнее, чем маржа. Конечно же, в дорогих товарах будет маржа больше, но у тебя просто нету денег пока что на это, а таких большинство, поэтому это нужно учитывать. Следующий идет оснастка. Тут мы видим, вообще не было продаж еще в начале года, в январе. Количество товаров, причем видно, что не меняется, а товаров с продажами, конечно же, становится больше. Да, здесь также низкие чеки, поэтому они подойдут для новичков. Здесь есть и наборы рыболовные, и вот такие вот наборы, и так далее. И можно самостоятельно наборы составлять из того, что есть на том же 1688. Поэтому эти товары точно так же подходят для всех вообще, и они очень крутые, потому что, несмотря на то, что мы здесь видим, то что сезонность у этого товара очень сильная, но при этом, если мы даже посмотрим сейчас, я уверен, осень вот здесь вот, то график не меняется там чуть ли не до самой зимы, потому что рыбалка очень длинная в сезоне, то есть, допустим, летняя рыбалка условно начинается где-то с весны, и дальше она продолжается чуть ли не до зимы. Поэтому это такой товар, где тебе не так уж и долго надо отдыхать, деньги свои заработал, условно говоря, и пошел дальше продавать, не знаю, гирлянды, упаси господь. Дальше у нас идут лески и плетеные шнуры. Опять же, сезонность есть, мы видим. Точно так же для новичков самое то, но в лесках все еще огромная конкуренция. То есть мы видим то, что здесь 10 тысяч товаров на 84 миллиона рублей. Это очень много. И если мы разделим уж тем более 7 тысяч товаров с продажами на вот эти 84 миллиона, то будет прям не очень хорошая цифра. А самое главное то, что здесь низкий чек, и конкурировать рекламе будет сложнее. Но эту категорию все еще можно рассмотреть, если ты найдешь что-то здесь, что не связано с брендами, а связано с китайскими лесками, что вполне себе можно найти. Но опять же, не забывай считать юнит-экономику. А если хочешь, чтобы мы подобрали товар за тебя, упаковали его, отвезли на маркетплейсы, оформили инфографику и сделали SEO-оптимизацию, то приходи к нам в агентство по ссылке в описании. У нас самый дешевый фулфилмент, потому что средняя стоимость упаковки, отгрузки и логистики до нас и до сортировочного центра маркетплейса у нас в среднем 23 рубля за одну единицу товара. А помимо этого, каждый наш подобранный товар будет 100% возможно заказать в Китае. Мы покажем тебе, что это за поставщик, и даже дадим таблицу по юнит-экономике для того, чтобы ты сам мог перепроверить все значения. Ссылки в описании, переходи, заказывай, а мы увидимся уже в новом видео. Пока что посмотри мое прошлое, доступно вот здесь. Пока!